28 июля в УМВД России по Магаданской области провели брифинг, где рассказали о результатах мероприятий по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. По итогам первого полугодия сотрудниками органов внутренних дел выявлено 165 наркопреступлений. К уголовной ответственности привлечено более 50 человек, которые так или иначе причастны к незаконному обороту наркотиков. Помимо этого, также установлено 128 человек, причастных к хранению и потреблению наркотических средств. Всего за весь этот период изъяли более 6 килограмм наркотиков. Большую часть составили наркотики синтетического происхождения. Большинство сделок с наркотическими средствами сейчас осуществляется дистанционно посредством так называемых интернет-магазинов. Большая их часть. В связи с этим и меры, принятые органами внутренних дел, были соответствующими. В структуре подразделения по контролю за оборотом наркотиков образовано специализированное подразделение по противодействию IT-преступлениям, совершенным в сфере незаконного оборота наркотических средств. Это подразделение укомплектовано специалистами, что в принципе и позволило нам в текущем году, благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, произвести ряд значительных изъятий наркотиков. В суд направлено около 50 уголовных дел в отношении лиц, которые работали в подобных интернет-магазинах и разносили закладки по городу. Во всех этих случаях обвинения были предъявлены за совершение преступлений в составе организованной группы, где наказание – это лишение свободы до 20 лет. В текущем году мы уже проводили оперативно-профилактическое мероприятие, под условным наименованием «Тайник». На прошлой неделе мы также провели такое мероприятие. Здесь в основном анализ данных, которые поступают нам от граждан. В большинстве случаев это жалобы. Жалобы о том, что некоторые территории поражены таким явлением, что на них появляются постоянно лица, которые либо раскладывают, либо подбирают так называемые закладки. По результатам такого оперативно-профилактического мероприятия, проведенного, например, на прошлой неделе, нами были установлены ряд лиц, которые приобрели, и в том числе и закладывали наркотические средства. Если вы видите, как человек совершает что-то подобное, то нужно незамедлительно обратиться в полицию, потому что очень часто об этом рассказывают, когда на месте уже никого нет. Если вы среагируете на это моментально, то оперативная группа успеет задержать и, возможно, даже изъять запрещенные вещества.